Всем привет! В этом видео я попытаюсь быть максимально информативным. В общем, я попытаюсь вам рассказать о косяках Valve, которые они допустили в новом обновлении Danger Zone. Поехали! Первое. Этот косяк или же баг, называйте его как хотите, лежит на самом видном месте, на главной странице игры. Да-да, вы не ослышались. Именно здесь. Вот в этом месте, в виде небольшой косячок с накладыванием текстурки на текстуру. Поскольку он очень плохо заметен, его мало кто замечает. Честно говоря, я очень удивился, увидев этот баг, поскольку думал, что Valve уделят достаточно времени на такое масштабное обновление. Ну а второй косяк заключается в видеообзоре карты Blacksight. Честно говоря, это придирки и только. В общем, на своих экранах вы видите видеообзор карты Blacksight. Плохо заметно, но весь облет камеры был выполнен вручную. И мы с вами можем наблюдать неравномерное движение камеры и характерные ручные съемки, немного потрясающие движение. Ну а третий баг совсем абсурден и не требует большого разъяснения, но требует внимания. Что, серьезно? То есть плохое наложение текстуры и нестабилизированный обзор я мог назвать не очень важным. Но в этом случае я так сказать не могу. Valve, имею большое разочарование по поводу этих косяков. В целом режим мне понравился, и я буду иногда в него заходить. Но родной фейс и ТММ я не придам. Еще сегодня разыгрываем P5, прямо из этого нового обновления. Условия до простоты легки. Первое, быть подписанным на мой канал. Второе, поставить лайк этому ролику. Ну и третье, оставить любой комментарий. Условия просты, а приз приятен. Всем удачки. Я удаляюсь. Всем пока-пока.